suffering. You've lost. Yet God protect them. Gods of the universe. I come here to raise an army. Today, we'll go down in history. How exciting. Today, we'll fight. I'm gonna kill this guy. Looks probably like a truth hole. This ends here and now. I'm counting on that. Marvel Studios, Thor, Love and Thunder. Это настоящая трагедия. Надеюсь, ты сможешь ее пережить. Иди сюда. Скоро уже год. Я кое-что задумала, и мне нужна безбашенная напарница. Телебашня Б-67. Я с тех пор не... Бекки, если не посмотришь страху в глаза, будешь бояться всю жизнь. А? Ладно, давай. Заберемся на твою дурацкую вышку. Я так рада! Приветик! Привет! А я зажигала. Еще как! Вот такая Бекки и нужна, чтобы покорить вершину. Офигеть. Блин, Хантер, во что мы ввязались? Так, держись позади меня. Главное не торопиться. Видишь? Легкотня! Ты молодец! Бекки, еще чуть-чуть! Давай, смелей. Что это было? Хантер! Господи, это... Хантер, как нам слезать? Сигнала нет. Вода осталась в рюкзаке. У нас 15 метров веревки. Думаю, смогу спуститься ниже. Придется прыгать на рюкзак. Хантер, нет! Хантер! Мы слабеем с каждым часом. Если бы кто-то вызвал копов, они бы уже приехали. Помнишь, что Дэн говорил? Если боишься умереть, не бойся жить. Вышка. Восьмого сентября. Три желания отправят ее в необычайное приключение. Чего вы желаете? Лишь удовлетворив ваши желания, я заслужу свободу. Он у меня поживет. Здрасте! По мнению критиков, первый фильм Джорджа Миллера после «Безумного Макса» — это исполнение мечты. Это история о женщине, встречающей Джина. Проблема в том, что она знает, что вся история про желание с предостережением. Мне начинает казаться, что передо мной хитрец. Это «Аладдин» для взрослых. Ни на что не похожий блокбастер. Заткни свой рот! Желание, что она загадает, удивят их обоих. Найдите самый большой экран, чтобы с головой погрузиться в этот великолепный фильм. Не хотите этого маленького Альберта? Верните его назад. Это ваше желание? Нет, это ваша обязанность. 3000 лет желаний. Только в кинотеатрах с 8 сентября. Why do you want to hunt? Because you all think that I can't. I saw a sign in the sky. I'm ready. Мой Нита. Oh.
there's something around there. I'm coming with you. You can't. I'm trying to protect you. Protect me from what? It's time. It knows how to hunt. I know how to survive. Whatever did this, I can kill it. Привет. У меня ствол. Эй, это тихий вагон. Здесь нужно говорить шепотом, сынок. Пистолет. Я готов. Вы получите нового, улучшенного меня. Потому что если несешь в мир добро, получаешь добро в ответ. Кажется, ты забыл, чем зарабатываешь на жизнь. Бери ствол. Каждый раз кто-то умирает. Мне это больше не по душе. Некоторые конфликты решаются только оружием. Ой, тут так круто. Ладно, что я должен стащить или забрать? Чемодан. Ты же хотел что-то попроще в качестве первой работы? Проще не бывает. Ты пырнул меня? Я разрушу твою жизнь, как ты разрушил мою! Чувак, я тебя даже не знаю! Эта работа ни хрена не простая. Там что-то происходит. Да, я не единственный на этом поезде, кто ищет этот кейс. Лимон, где чемодан? Я его спрятал. Он был здесь. Мы идем по графику. Все, что когда-либо происходило с тобой... Будет больно, тварь! Привело тебя сюда. Судьба. Это хреновая сделка. Быстрее пули. О, нет, спасибо. Слушайте, у вас есть что-нибудь с газом? То, что надо, спасибо. Дому аригато. Точно не хочешь договориться? Не особо, нет. Ладно.